Всем привет, это Ольга Швец, добро пожаловать на мой канал. Мы в студии Игоря Толмачева, и сегодня мы будем обсуждать, какой набор косметики нужен для девочки 14, 15, 16, 18, в общем, для девочки, которая никогда не пользовалась косметикой, вдруг решила начать, что нужно, что необходимо. Ко мне обратилась мама, говорит, надо вот, чтобы все было по науке. И я такая, хорошо, без проблем. Дальше мы это сделали, и у нас идут вот румяна. Это бренд Мальва. Вот, открывай. Потому что мы тут долго-долго разбирались, кстати, с замочком. Да, ты можешь тормознуть и по новой начать записывать. Вот я ж показывала. Да, вот. Вот такой нежный цвет, покажи его. Вот в такой коробочке румяна Мальва, 5-й оттенок. Это написано, вот здесь написано почему-то 12, на самой коробочке написано 5. Вот тут. Вот, видите? Очень нежный такой, он даже как пудра пойдет. Ну, местами. То есть, без всякого перебора пятно этим не поставить. Попробуй палец, ну и как бы нанесите. Покажи в кадр. Ага. То есть нежная девочка, вот цвет такой румяный, классный. Вот. Поехали дальше. Очень классно. И текстура шелковая классная. Кстати, хранишь в коробочке, упаковка будет больше. Хорошо. Так, вот у нас поехали. Вот этот вот наборчик. Да, эта палетка просто супер. Brow Artistry Palette Malva Cosmetics. Air. Что тут у нас еще имеется? У нас здесь еще имеется вот что. У нас здесь еще имеется вот такая коробочка. На коробочке вот здесь представлен продукт с оттенком. Это 01. И это вот оттенки, которые в этой коробке, потому что у меня 0,2, и она намного темнее. Кто, я оставлю ссылку, вы увидите. Давайте открываем. Посмотри, какая потрясающая, просто нереально. Ну, чтобы мы тут не мешались своими фейсами там и прочими аксессуарами. Да, мы вот так закрыли. В общем, смотрите, какие оттенки. Просто космос. Вот, они очень-очень классные. Девочка у нас блондинка. Это просто идеально. Давайте потестируем. Вот эти тауповые, они пойдут не только на брови, они пойдут еще и как контуринг, как складка верхнего века. Вот это сухой хайлайтер. Давайте потестируем. Тауповый это такой серо-коричневый, правильный цвет, как цвет тени на лице. То есть вот мы когда смотрим на любого человека, у него есть тень. А тауп это максимально приближенный вот к цвету этой тени. Да, то есть естественный цвет тени. Поехали, давайте попробуем хайлайтер. Я думаю, всем интересно. А? Да все супер получается. Я вижу. Ну давайте посмотрим. Так надо побольше, вы что, что прямо там? Сейчас, ну отъедь маленько. Вот так, хопа, берешь вот так вот, отъезжаешь. Ну и ладно. Вот. Супер. Это вот такой хайлайтер сухой будет. А вот этим оттенком, я потом покажу вам, как делать правильно брови. Вот этим кремовым оттенком вы обводите брови. Просто идеально растушевывается вообще в ноль. Просто вам, я думаю, что вам повезло, и мне тоже повезло, и всем, кто имеет такое, повезло очень сильно. Это прям на годы, это надо беречь и холить или леять. Никому не давать пользоваться, вообще от всех прятать и скрывать, чем ты пользуешься, и говорить, что чем-то очень безумно дорогим.
такой желтоватый. Но это именно на случай там синячок под глазом, какая-то венка. Вот именно продукты, содержащие желтый пигмент, они все это нейтрализуют. Раскрываю, сейчас посмотрим, какой там спонжик и как это будет все сливаться. Бедный ребенок не знает сейчас, с какой стороны подобраться. Давайте. Опять же ищешь. Вот он, пунктир. Видишь? Да, и тогда все красиво открывается. Легко, запросто. И вообще просто супер. Это вот такая новиночка. Открываем ее. И делаем свотч. Ой, так он какой беленький-то. Он смотрится-то совсем другим. Он совсем белехонький. А так все капельно. Еще можно. Прям вену закрась. Ну да, вот и теперь пальцем распредели. И должно ее перекрыть. Ну, как бы ты сильно не растирай там 500 раз. Да, перекрывает синеву. Перекрывает. Все, поехали дальше. Дальше у нас что идет? Так, это мы все показали. Теперь у нас тема глазки. А, карандашик. Я не вижу карандашик для бровей, кстати. Он, наверное, где-нибудь у нас. Вот он, да, у нас карандашик для бровей. Тоже будешь сейчас делать сводч. Мальва, 5-й оттенок. Сделай сводч. Да, вот смотрим, волосы девушки. Это будет как раз тот случай, когда бровки совпадают с цветом волос. Угадала, тетя Оля, как обычно. Тетя Оля, молодец, конкретно. Подписывайтесь на мой канал. Вам это ни одна Крыгина не покажет. Я вообще молчу про тех, кто год пиарит бренд и говорит, боже, какой он клевый. А потом, когда контракт расторгается, говорят, ну вообще продукты, честно говоря, так себе. Они содержат тальк. У нас тальк вообще везде, где есть косметика. Реально. Вот такая помадка Мальва. Мы ее уже потестили. Сейчас мы будем ее показывать, как она переносится на руку. Открываем. Не-не-не. Спокойненько, да. Как видите, смотрите, здесь перламутровее, а здесь темнее. То есть это как бы для начинающих девочек, которые красятся. Сначала это будет вот такой нежный перламутр, а потом он будет превращаться постепенно по мере использования в яркую фуксию без шиммера. Очень-очень умно. Получается, что у вас несколько помад в наличии. А вы имеете всего одну. Вы видите этот переход сейчас, в данный момент. Я его тоже в магазине увидела. Я говорила, что переход есть, и он присутствует. Оттенок 21 для блондинок с холодным подтоном. Все. Ну, как бы мыть однозначно. Так. Сейчас я что-то хотела еще. Да, вот лак. У каждой девочки такое должно быть в косметичке. Это лак. Он идет как топ и как покрытие верхнее. Давайте уже распечатаем его в конце концов. Да, вот здесь все написано. Чтобы не забыть. Ну и все, можешь его раскрывать, нюхать, смотреть, как оно там. Ну-ка, давай попробуешь на палец. Вот. Да, все. Вот ты опиши мне, пожалуйста, свои ощущения, девочка оно моя. Оно очень легко. Мне бы мама такое подогнала в твоем возрасте, я бы просто на потолке бы просто вообще находилась бы все это время, столько всего. Это же все, это тебе есть чем заняться в перерывах между уроками. Супер, да? Сейчас посмотрим, как быстро высохнет.
Да, хорошее такое покрытие. Очень красиво. Вот ощущения свои. Что это было для тебя за акция? У нас еще такая косметичка в стиле Burberry. Так. Все понравилось. На самом деле, я, в принципе, вообще не разбираюсь в косметике. А мне сейчас прям глаза открыли, что можно, ну, в принципе, минимально использовать и выглядеть очень хорошо. One, two, three, four. I see you tap your feet. You're on the city beat. You're really looking slick. I think your shoes are sick.